Как настроить яркость подсветки дисплея бортового компьютера Mitsubishi Colt? Ну, во-первых, при включении габаритов яркость становится немного меньше. Вот я включил. Сейчас выключаю. Заметно, да? То есть, наверное, лучше вот в таком положении, когда габаритный свет включен. Так, чтобы настроить, здесь вот верхнюю левую кнопку нужно нажать и удерживать. При этом кратковременно нажать кнопку N. Вот появляется Bright минус 4. И кнопками вот этими H и N настраиваем. Больше или меньше. Тут кому как удобно. После настройки нужно нажать эту нижнюю кнопку Set. Все.